Приветствую всех снова, друзья. Короче, опять что-то меня тут день потягало. Но, блин, как-то ведет себя так непонятно. Тот был Трофчик, дергал сильно, а это что-то такое непонятное, ё-моё. Так что тут-то явно, наверное, не Троф. И он и по этому, как правильно-то, блин, объяснить, ё-моё, снизу. Желтый полоска маленький, блин, побольше надо желтый полоска. Две полоски, один полоска, ёпцель-мопцель. Короче, ночь. Фигня какая-то поклёвала, а тут это, опять бабах поклёвку. Бум, помотал сначала за остров, как всегда, все нормально. Короче, по своему пути они тут все плавают. Шум-шум-шум, туда-сюда, туда-сюда. В общем, день протягал, не знаю, что по килограммам, сейчас, самому просто интересно, но тот был буйней, на 55 который, а этот что-то какой-то, тюфяк, ё-моё. Так что даже не знаю, наливать Петровичу или не наливать, блин, как-то, ну, что-то на Трофа не махает. Хотя, блин, ну, тоже весь день оттягал, может, килограмм 40 или 35. Как они, фиг кого знает. И не поднимался, я не видел его даже. Но тут за островом понятно, где его там видеть. Так, чехонь, кому там плюсанули? Кого поймали трофейного? Не знаю кого. Пузяку Каспийскую, что ли, ё-моё. О, осётр русский, пункт поймал. На 53 килограмма, красава, ё-моё. На, держи плюсы, братишка. Так, чё, кого? Не Троф, наверное. Ну, зараза, весь день все равно оттягал, интересно. А тот тоже меня весь день тягал. С утра и до вечера, там, во сколько я его вытянул уже. Ночь была. Ночь, тишина. Короче. Братишка, ты маленький какой-то там. Ну, блин, какой-то свирепый гад. Хотя тот бился резко, а этот так туда-сюда, ну блин. Все-таки день оттаскал, интересно. Вообще интересно, что это клюет-то так. Рыбка-то у нас бывает, какая-то сильная, какая-то слабенькая. А тут ваш пень, не понимаю. Даже рядом не хочет подниматься, да? Всплывай уже, братишка! Покажи нам свой этот плавник. От кита, ё-моё. Нормально. Поклёвка опять на раковую. Опять все так же. 19-я клипса. Крючок огромная единичка. Нейлон 43,6. Короче. Прикорм стандарт. Краб и мидия. Без всяких добавок, шмамавок. Там туда-сюда. Ну кто ты, братишка? Давай уже, вылази. Ё-моё, сколько можно-то? Хотя, блин, лучше бы дольше б тянулся. Там было б явнее, что трофейное что-то. А так-то понятно, наверное, что-то не. Ладно. Губа уже не отваливается так, как это в прошлом видео, да. Уже нормально, на уровне держится. Уже можно поправить без этого, без губозакатывающей машинки. Так что так. Блин, а по времени-то считай, и того я так же вытянул, блин. Не знаю, что там кто. О, кто там, братиш? Эй, маленький. Чё? Ну, плавничок покажи. А ну-ка, пузико, на пузико перевернись-ка. Эй, братан, ты. Да ладно, что, трофей, что ли, еще, ребят? Да ну нафиг. Да быть не может. Да ё-моё, да, Петрович, ну-ка. Ну-ка, шнапсу. Раз. Два. А, хватит. Много не... Не трофей, ё-моё. Что-то я зря я выпил-то. Жюльмек, багульмек. И хотя похож как на того вроде. Братан, наверное, его, не? Малый брат, интересно, или старший брат, а? Интересно знать.
А, братишка, дай я тебе усы пошевелю, ё-моё. Оба-на! Это малый брат, ёптель-моптель, 53 килограмма. Тот был на 55. Ребята, что творится? Принесите мне валидол, корвалол. Ё-моё, второй уже. Я в шоке. Ёптель-моптель, да ну нафиг. Ребят, летите все ловить осетра, у кого есть возможность. В общем, вот так. Ладно, надолго не прощаюсь. В общем, скоро увидимся на стримчике, ребят. Сейчас это, туда-сюда, чайку намучу, покручу. Блин, я вообще второй осетр трофейный, блин, охренеть. Все, ребят, ну я без щитов, серьезно. Давайте, всем удачки, всем ни хвоста, ни чешуи и трофейчиков. Скоро... А, как правильно это там? Это, блин, как правильно это сказать? Короче, надолго не прощаемся, да? Всех обнял, заплакал, короче, пошел слезы вытирать. Да, за одну таблетку выпью, ё-моё, сердце даже застучало.